Открыть свое дело почти всегда непросто. У начинающих предпринимателей возникают многочисленные вопросы. Как зарегистрироваться, где получить финансовую поддержку, как собрать эффективную команду. Ответы дадут эксперты на бесплатном предпринимательском форуме «Мой бизнес», который стартует 18 ноября в Доме правительства Московской области. Подмосковная площадка выбрана не случайно. Здесь представители малого и среднего бизнеса чувствуют себя наиболее комфортно. Почти 350 тысяч субъектов. У принимающей стороны существует немало мер государственной поддержки разных уровней. Интересные площадки для размещения бизнеса. Возмещаем затраты на капитальные вложения, закупку оборудования и так далее. И субсидируем процентную ставку по кредитам. Этот существующий на сегодняшний день мер поддержки. И в начале следующего года мы постараемся провести работу совместно с Министерством экономики и финансов Московской области и оптимизировать эти меры поддержки. То есть, чтобы получилось так, чтобы наименьшим количеством денег мы оказываем наибольшее, подставляем наибольшее плечо. Бесплатный форум «Мой бизнес» в Подмосковье пройдет впервые, но своим опытом предприниматели уже успели поделиться в Барнауле, Иваново, Новосибирске, Петрозаводске, Краснодаре, Казани, Чите. Бесплатные деловые форумы по стране проводит университет «Синергия» при содействии российского Минэкономразвития в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. По указу президента этот сектор планирует увеличить до 25 миллионов человек, пока же в России около 19 миллионов предпринимателей. Это полезно и для нас, поскольку количество предприятий и активных предпринимателей для нас важны для обратной связи, чтобы понять, какие меры государственной поддержки необходимо внедрять в будущем и что на самом деле с точки зрения информационных технологий лучше работает с нашей аудиторией целевой в рамках национального проекта. У бизнесмена может быть и личный кабинет с одноименным названием «Мойбизнес.рф», где можно зарегистрироваться и получить всю необходимую информацию. Со своим личным портфолио, который необходим налоговой, различным органам власти, которые необходимо регистрироваться. Раньше это занимало много времени, это была настоящая проблема. И на сегодняшний день можно, сидя у компьютера, заполнить все необходимые бумаги, получить нужные документы, в этом нет никаких проблем. С регистрацией на форум проблем возникнуть не должно. Необходимо зайти на сайт мойбизнес.рф, выбрать вкладку «Мероприятия», найти нужный вам форум, оставить все контактные данные в форме регистрации. Билет поступит на электронную почту. Все. Вы участник деловой программы «Нон-стоп» 18 ноября с 11 до 19 часов. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».